Мы будем говорить о колебаниях. В первой части видео перед вами карта. Это Донецко-Приднепровский регион. Входят четыре крупных областных центра или города: Днепр, Запорожье, Донецк, Луганск. Сегодня мы говорим о городе Днепр. По городу Запорожье также есть данные, только за январь месяц. Они уже устарели. А вот по городу Днепр это свежие данные за прошедший уже февраль месяц. Как работать с данной информацией? Есть легенда карты под городом, где я отражаю основные показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости. На дату, вы видите вверху, есть период исследования, всего лишь один месяц, конец февраля 2023 года. Итак, начинаем с первого показателя. Он очень важный и интересный. Это показатель активности предложений. Напомню вам, что предложение – это не транзакции, это всего лишь квартиры, которые были выставлены для продажи. Мы мониторим на протяжении многих-многих лет практически все крупные интернет-сайты, порталы, электронные доски, не только в Украине, которые или через которые люди пытаются или продают недвижимость. И вот смотрите, мы увидели в феврале месяце 15 900 объектов жилой недвижимости. Это, друзья, напомню вам, первичный и вторичный рынок, которые были выставлены на продажу, и это на 1,4% меньше активность была по предложениям, чем в прошедшем январе месяце 2023 года. Ну, для того, чтобы вам было понятно, что, в общем-то, много, это цифра большая или маленькая. Ну, во-первых, посмотрите население, это практически миллионный город. Конечно, сейчас население там гораздо меньше, естественно, и спрос на жилье, так, чтобы сразу было понятно, меньше. И вот до войны тоже порядка где-то от 30 до 50 тысяч мы наблюдали объектов жилой недвижимости, которые выставлялись для продажи. И вот сейчас мы видим, друзья, вот эту цифру 15 900. То есть это как минимум в два раза сократилось даже по предложениям активность рынка. Дальше мы будем говорить о том, сколько было сдано в эксплуатацию на первичном рынке, сколько было продано квартир на вторичном рынке. То есть это уже будут не предложения, а транзакции. Но это в конце видео. Досмотрите его, будет интересно. Следующий показатель – социальное жилье. Вторичный рынок – это стоимостной показатель. Данный вид жилья подешевел за месяц на 0,34%. В абсолютных цифрах это 594 доллара за квадратный метр. И переходя также ко вторичному рынку, уже три класса будем рассматривать. Это эконом, комфорт, бизнес-класс. Видим ту же самую тенденцию, друзья. То есть недвижимость снижается. Не так, как говорят риэлторы, конечно, но снижается. За месяц минус 0,24%. В абсолютных цифрах по трем классам это 844 доллара стоимость квадратного метра. Переходя к первичному рынку, друзья, видим те же самые показатели, то есть отрицательную динамику снижения. Первичный рынок эконом-класс, квартиры этого класса подешевели за месяц на 0,38%. Это 521 доллар за квадратный метр. Первичный рынок комфорт-бизнес-класс, уже два класса вошли в выборку. Видим снижение, ну, практически очень-очень незначительное, минус 0,08%. Не удивляйтесь, друзья, даже такие цифры мы можем отслеживать. По той методологии, которую мы исследуем, или вернее используем в своих исследованиях, это метод статистического анализа, мы можем, ну, очень и очень четко говорить, что происходит с рынком недвижимости, ну и в том числе, как оказалось, то и прогнозировать то, что будет происходить с рынком недвижимости. Видим, что в абсолютных цифрах это 1200 долларов за квадратный метр. И первичный рынок квартиры элитного класса также подешевели на 0,07%. Это 1362 доллара за квадратный метр. Друзья,